Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против частной военной структуры, известной как группа Вагнера. Депутаты представительной ассамблеи ЕС заявляют, что за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими группами ответственность несет Россия. В резолюции отмечается, что группа Вагнера принимает участие во многих конфликтах по всему миру, особенно в Украине, Сирии, Ливии и других странах.